Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередное видео покупочки Ашан. Так, чипсы рифленые 95 с паприкой. Доширак 40 рублей. Потом взяла ферри попробовать новые. Он стоит 80 с чем-то рублей. Тут у нас 650 миллилитров. И 450 тоже такая же цена странная. А так стоил 143. Ну, возьмем попробуем. Одноразовые пеленки 130. Туалетная бумага Зева 159, три вида. И Папия, трех- и четырехслойная, тоже 159. Так, приправа Маги 31 рубль для картофеля. Зева, бумажное полотенце 69 со скидкой. Взяла для тети вот такие марлевые масочки. Три марлевые масочки, их можно стирать. Тут металлическая штучка есть. Они стоят 89. Я знаю, что в Магнит Косметик есть, там дешевле. Далее, вот такие вкусняшки, деревенские лакомства, 150. Лавровый лист, 6 рублей. Взяла себе вот такие носочки, 59 рублей. Вискас по 15 рублей. Китикет 14 с копейками. Да, 14 с копейками. Вот. Так, хлебцы 36 рублей. Вот такой хлеб сейчас со скидкой 19 рублей. 150 рублей для собачки. Так, в этот раз взяла хозяйственное мыло «Солнышко», именно с лимоном. Ну, одноразовые, многоразовые маски стирать, чтобы был хоть аромат лимона. Сейчас со скидкой «Кефри» 89 рублей, кто любит. Вот такая. В этот раз колбасу взяла, потому что другой не было, пустые полки. С тыквой, с легким говяжьим с тыквой. Цена 19 рублей. Так, подорожал мой босс. Он теперь стоит 105 рублей. Захотелось очень багета. Он свежий, прям выпеченный. 37 рублей поменьше, там 20 рублей. Так, из овощей и фруктов у нас еще осталось. Мы взяли только бананы. По 49, 680 грамм. Вот такие турецкие мандарины на 80 рублей сетка. Вот так они, я сейчас вам покажу, называются. Вот. Ну или артикул, я не знаю, штрих-код запомнить. Так, картошка у нас получается килограмм 40 рублей, 2800 на 114 рублей. Яблоки наконец-то выложили. Яблоки Гал 99 рублей, 930 грамм на 92 рубля. Так, скидки на Федеричи макароны 49 рублей. Сыр Чечил где-то 105 рублей. Взяли на развес скумбрия холодного копчения. 400 рублей килограмм, 268 грамм на 107 рублей. Так, нарезка колбасы 600 рублей, 260 грамм на 181 рубль. Там очень много грудинки. И смотрите, скидок. Колбаса свиная. Так, взяли попробовать бундиэль. Нам очень нравятся овощи по-азиатски. Еще там были по-турецки. Стоило 140, сейчас они стоят 80 с чем-то рублей. Так, пепси 80 рублей, ряженка 71 с копейками. Большая сейчас скидка на ренит телячьи. Стоили 600 с чем-то, сейчас стоит 300 рублей. Это выгодно. Мы взяли 800 грамм. Корнишоны по 89, скидка. Так, подсолнечное масло, ничего не поменялось. Ну, до 80 рублей. Муж взял тоже со скидкой охотный ряд вот такую грудинку. Скажу, как она называется-то. Микоян делает. Вот. Потом мы взяли котлеты, свежесть. Ну, они где-то 100 с чем-то рублей килограмм. Вроде, не помню. Честно, не помню. В чеке посмотрим. Так, взяли попробовать колбаски французские со вкусом сыра. Вот такие вот. Так, Даниссимо остается по 34. Две штучки взяли. Домик в деревне творог 33. Вот такой со скидкой 39. Творожное зерно мам взяла. Так, Активия по 28. Три штуки я взяла. Потом Савушкин 38. Тоже творог. 30 рублей. Светлогорье обычный по 20. Ну, небольшая скидка. Вот такая капуста нам понравилась. 360 грамм. Ну, где-то 70 рублей. Сладкая, хорошая. Так, Ремит холодец. Стоил 200 с чем-то, сейчас 150, очень вкусно. Вот, ну там много скидок, там надо ходить, смотреть. Наггинсы там со скидкой. Еще будут
покупки с перекрестка, с рынка. Давайте пробежимся по чеку. Из косметики особо ничего не брала. Так, сардельки 300 рублей, масло 76, а было 80 на той неделе. Шарики 174. Так. Грудинка на 296, 600 рублей килограмм. Сумма покупки 4478 рублей. Так что обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайк обязательно, потому что 70% не подписан на канал. Все, спасибо за просмотр и смотрите далее другие покупочки. Покупки перекресток. Муж припер 5 килограмм сахара, 229 рублей, 1 килограмм получается 46 рублей, это выгодно. И 12 штук вот таким палетом за 50 рублей молоко, где-то на 600 рублей. Вот такая коробка. 3,2%. Покупки на рынке. Так, пельмени 500 грамм, ну где-то килограмм 159, ну на 100 с чем-то рублей. Блины по 105 обычные, но тут рублей на 70, вот обычные. Так, чебуреки 178 килограмм, вот тут килограмм с чем-то на 200 чисто рублей. Так, батон нарезной 26, медведковский. Взяла вот такую булочку мужу. Так, это рулет майский с шоколадом. Так, две пары пирожков взяли. Одни с яблоком, одни с вишней по 20 рублей. И вот такой останкинский куриный рулет. Килограмм был 365 на 257 рублей. Еще в магните мама купила. Тетя посоветовала такую горбушу скумбрию 70 рублей. На хлеб мазать. Так что попробуем, еще не пробовали. Посмотрим. Так, у мужа почти рядом был Евроспар. Опять взяли мы роллы большие, ассортимент 589. И суши ассорти номер 2, 419. Имбирь на 38 рублей. Так что такая покупочка из Евроспара. Там и пицца вкусная, и выпечка. Так что если рядом, забегайте обязательно.